лет, я хотел бы спустя сколько, 4 месяца на сервере, все-таки подвести итоги, что же выгоднее всего крафтить, по крайней мере, вот сейчас, да? Сколько, наверное, 4 месяц, это почти 5. Что же все-таки выгоднее всего крафтить? В принципе, 4, наверное, да, 4 материала, что я вот нашел себе. В общем, самое дорогое — это сеть для легендарных существ. Вот, в принципе, я тут отметил, это 276 голды, ну, примерно 276. Там. Чуть, может, на голду дороже, на голду дешевле. Даже можно посмотреть, сколько она стоит. Все, что я тут описал, это крафтится без прокачки профессии. То есть с дефолтной профессии тут ничего качать не надо, чтобы вот это все скрафтить. Она стоит 366, то есть крафтится за 276, а стоит 366, ну очков работы там 50. Это можно даже не считать. Далее, осадные снаряды, они крафтятся пачками. То есть вот такая пачка, она 12 голды будет стоить. 100 снарядов, 12 голды, ну, опять же, примерно. Вообще тут за 5 очков работы. Так. Осадный снаряд. Продается типа за 17 голды. Это тут указано 17 серебра за штуку. То есть сотка, соответственно, будет стоить 17 голды. Да, то есть ты считай, получаешь за 5 очков работы 5 голды, это, ну, нереально много. Так, это не то. Дальше камень странствий. Вот камень странствий я особо не посчитал. Сейчас. Каменный блок стоит пол голды. Ну, примерно там 4 штуки. Пол голды. Архиумный раствор будет стоить 2,5 голды, ну считай, ну пусть 3 голды, то есть 5 камней странствий, 3 голды, а он каждый почти за голду продается. То есть опять же, это 30 очков работы. Ну и пирог, это я еще давно, это я с самого начала, несколько месяцев назад уже крафтил. Пирог топис, опять же, там копейки, стоит 25 очков работы, 145 голды стоит. Вот, вот эти вот ингредиенты. При том, что эссенция лунного ахиума и солнечного, она там с распыления выпадает. Я почти не покупаю даже это. Вот 145 голды стоит перо, продается. Продается за 199. Это за демпили цену, вообще-то дороже оно продается. На ставку сразу тут. Вот, вообще-то продается оно там. До 300 голды цена доходила. Это просто сейчас сервер умирает, демпит. Вообще-то оно там по 250, по 270 голды стоило. Вот, покупается за 45. И то даже за 200 голды ты продаешь, ты все равно в каком навале. 55 голды. Вот, это самый топ. Опять же, конечно, в комментариях там оставляете свои крафты. Паки я давно не вожу. Вообще-то паки это тоже очень профитно возить, но... У меня аллергия выработалась, я паки уже давно не таскаю. Вот так вообще дневные все активности надо делать. Дальше вообще желательно все. Потому что там прям везде, ну, какая-никакая голда. То есть травы выпадают. Вот эти вот турмалиновые и так далее. Ну либо шмотки на распыление выпадают, опять же. Так, ну опять же, бегать все активности, чтобы взять очки чести. Опять же, никто не посещает покупать гравы за очки чести и продавать их потом на ауке. Там гравы примерно по 100 голды стоят. То есть ты считай, 7к хонора на 100 голды меняешь. Вот. Также недавно это все выяснил, что цветки очень хорошо стоят. Вот эти вот цветки кормяной петуни, которые в саду упадают. Честь имею! Ну, не выпадают, а срываются, тоже они очень хорошо стоят. Каждый по 4,5 голды. Но опять же, цена там скачет, но все равно выгодно получается. Так, кто-то дуэлит меня, все. Не вижу. Воин.
провел. Кстати, выбил... Получил глайдер охотника на драконов с картерами. Прикольный такой.